именно 22 августа 2018 года. Доброе утро. Пойдем тоже посмотрим. Ну все, держись. Так, у меня есть справка от врача. Сними башлык. Страшно не люблю вот этого. Иди. Алексей заходит ко мне, это туда. И вот там стоит у меня гостинец. Подними сюда его. Вот сюда вот, можешь вытащить. Тащи. Маленько, вот сюда, вот поставь. 16. Это 32 килограмма. 16? Что, 16? Слава Богу. Так что это, двух или один килограмм? Вот. Один. Один. О чем я говорю? Он увидал. Я говорю, ее не сдавать, не головом, а то деньги стоит. Я даже и не поднимал. Ну и не надо поднимать, зачем? У меня позвоночник, я все это бросил. Я много занимался, но поднимать не так, а так вот. Вот так вот вертикально, да, сколько да, раз да. Ты его поднимешь. Брюс Ли, он на двух пальцах вот так вот ноги поднимает и поднимается и отжимается на двух пальцах. Сколько? Ну, фильм просто посмотреть. И Алексей, как-то разговор зашел, я говорю, ты возьми, у него ребята подрастают. Я сейчас хочу... 16 возьму, а 32, я думал, страшное дело. Вернулся как-то после отпуска на корабль, а был пост. А начальник капитан Фролов. Что приехал? Вот пришел, да это-то. Канаты таскать надо, я матросом был там. Я тогда взял вот так вот кверху и начал ее. Ну, потом второй рукой, а потом вот так вот сел и не до. Вот настолько до земли не доставая, начал подниматься. А тут эстонцы, здоровые ребята, я говорю, попробуйте. И ни один столько не сделал. А почему? Непрерывные тренировки. Так, начнем с тебя. Поднимай, сколько раз? А как? Вертикально вот так, чтобы стояло гири. Я вообще не понял. Не урони на голову так. Рукой не задевать, не помогать. Все? Ну это понятно. Пойдет? Нет, вот так вот. А ну-ка назад. Я вообще ни разу так не делал. Рукой не задевать. Держи, зажать должен ее, чтобы потекло из нее. Да. Вот, уже. Три. Вот понятно? Три. Что, хватит? А вы 32 поднимали? 4. Да. Вот так, 32. Да. Вертикально. А что, как? Вообще. Как теперь неровно. Руки назад. Садись на нее, но только не давай ей опускаться. Поднимай ее выше. Выше вот так. Теперь поднимайся. Кверху, вставай на ноги. Теперь садись, но ей не давай коснуться земли. Пониже, пониже, пониже. Ну, сантиметр до земли не доставай. Пониже. Теперь поднимайся заново. Ну, вот это еще сколько раз поднимешься? Ну, первое я не смогу. Я ни разу так не делал. А представь, что 32. Не, ну 16-то еще нормально. Че? 5 раз. Понятно. Так, ну-ка давай. А ты думал 32, ну куда? У нас пудовый гир не было, только двухпудовик был. На корабле мы все время тренировались. Необходимо тащить. 6. Так, сколько? 6. Давай. 7, 5, 5. Подожди, я назад. Коленников. Все, вот так. Сзади бери. Подняться. Ну как Алексей сделал. Да шарик. Так, повыше. Так, пошел. Сядь удобно, удобнее, сядь как-то. Далеко она сидит.
Я пускаю до земли, теперь не опускай. Садись и не опускай. Но носочки зачем садиться? Ноги надо вместе все держать. Быть. Зачем такое? Вместе. Поставь. Рядом, рядом. Морбех. Вот так, все. А так вообще не получается. Я не могу. Ну, нет. Не развитые. Вы условия какие льготы ищете? Так, все, поставь. Ой-ой. Калинников, давай. Я ни разу не хочу. Чему ты сына можешь научить? Ой-ой, Игнатий. Не урони. Руку не трогать. Выжимай, выжимай. Ее зажми крепко. Ну. Шарик, перестань. Крепко-то выжимай. Теперь опускай, запрещай опять выше. Нет, не получается. Все, теперь сзади. Сзади сколько угодно. На ноги вместе. Давай. Понимаете? Да как-то ноги как-то больно. Или не больно как-то, они нет. Назад тянет и все, видишь. Он, если нога сдвинута, это нищета. И ему спереди еще 16 повесит, тогда еще будет нормально. Носки подняты, тоже нищета. Раз. Два. И пятки, если подняты, тоже нищета. Давай, под пятки смысл. Да я что, я вообще не смогу отвечать. Ну, давай, иди. Да Володя сможет. Нет, с опущенными пятками, что-то мне кажется, нереально. Реально, но это тяжелее. Ну так вот попробуй хотя бы один раз. Видишь, опускай к низу опускай, Гирю-то. Да низу опускай, опускай. Это не щитово. Даже присесть не сможешь. Да нет, а пятки должны быть у земли. Нет, это как хочет. О, так тогда я сам себя тогда смогу. Я-то думал пятки держать. Ну я-то не помню просто. Так, все, отдавай, Володя. Как-то равновесие, что ли? Ну-ка. Я пробовал, я не могу. Вертикально. Володя, давай, десяточку. Да сможет он. Не урони, смотри. Это снимать некому. Это что надо, чтобы было? Раз. Да, надо. Так, сила должна быть. Так, давай. Игорь Александрович, фермер. Сейчас, подожди, он еще сзади хочет. Нет, тут я... Давай. Ну, как сможешь. Слушай, Серега, 7 раз. Я вообще не подняться. Вот так. Я занимался. Да не, ну просто там разные. Вот этими, да? Ну так не понимал. Учитесь. Раз. Дирками занимался. Ну, о. За вот так вот должно. Вот. Александрочка, вот, так, утро, вот такая красота. Двадцаточку. Сколько? Пятый? Шестой. Седьмой. Красиво, да? Вот ты что, потому что он все время с железом делал. Ну-ка, все, побил, поднимайся, нет. Подъем. А сзади сможешь? Так, сейчас. На носочек. Раз. На носочек перетянем. Да, ну, еще. Ровно, на ровную поверхность надо встать. Вот так, давай. Тоже есть. А, ниже. Так. Надо тренироваться, да, нормально. Пониже маленько, еще пониже. У него должна быть почти на сантиметр вот так, к земле. Mm-hmm. Вот так вот. Ну, ты же надо видишь руки, когда вот так вот. Все, поднимай. Он у него землю не упирает. Да, его просто руки нормальные. На носочки, да. Можно тогда. Он руки длинные, видишь, он держит ее, она у него получается... У нас какие-то условия были, я помню, еще там. Не на спине, а получается, оно центр тяжести. Тогда, ну, это... Я много так могу, если так. Ладно, все. Капитан меня, ну нехай тогда так будет. А то меня было забраковал. Держи равновесие. Смотри, чтобы по голове не брякнуло. Бдум. Раз. Тихо, Сергей, не начинаешь. Вот в камере, вот сейчас один вернулся из заключения, борьба без правил, и сразу победителем стал. Он говорит, я все время тренировался. Хотя бы так. И Александр Емельяненко. Молодец. Отсидел, вернулся, и победа за победой, он там все время тренировался. Федор Емельяненко. Александр. Александр, да. Сидел-то Александр. А, мне рассказывают. Молодчой который. Такие были люди. Угу. Мне, говорит, в ворота заезжали сено, когда нагрузят полное, и вот эти стоят, и вверху воротина. И два брата, говорит, они стояли, говорит, вот перекидывали гирю через этот барьер вверху, а тот там ловил, и оттуда ему кидал. Ну и когда пришли большевики, то еще там в чем-то замешано, ну и обоих повели на расстрел. И там, где расстреливали, там желоб, кровь вытекала, говорит, они или по дороге, он тогда пойдет по этой. По траве побоя. Последний раз тут по муравушке пройти. Таких людей расстреляла Россия. Вот так вот попробуй, вообще ни разу. Потому что на центр тяжести туда смещается назад. Это тренировка.
Но опять же, никто тебе не позволит, если честно. А? Пятки должны быть на земле стоять, по идее. Не знаю, я не помню. Вот это действительно. Там еще техника правильная должна быть, то есть как правильно. Я сейчас не помню, что ты можешь. Когда вот так вот наклонен вперед. Нет. И спина прямая. Куда ты? Ты до земли травинку должен достать, Гири. Не, ну конечно. Так, ну что, ладно, нормально. Все, забирай. Спаси Христос. Теперь вот такая вот, такой. Все, я вас отпускаю. И самому можно потягаться. Сошлось, Игнат Тихонович? Да. Пошли. А вон, Боска сидит. Может, ее хотят показать. А. Или потом, когда выползут. А котята как бутюки. Она хорошая мамка оказалась. Ну все.